Фамилия, имя, отчество. Какие-то враги? Кто вам позволил? Чего стреляли? Для чего была стрельба? Скажи, отвечай. Ни по кому не стреляли из вас. Как чем? Это холостые. Как холостые? Дети спят. Понимаете, здесь жилье. Целое село выпугали, вы это понимаете? С кем вы согласны? С кем вы согласны? Давайте одного представим. Давайте. Давайте. Пожалуйста. Давайте, не кричите спокойно. Не кричите, что вы кричите, будет. Вы целый район пугали, а сейчас говорите, не кричите, блин. Кто ты главный? Давай, разрешите. Звание. Да, а не письменник. Имя, отчество, звание. Зачем? Представься, кто ты такой? Ты не имеешь права не представляться. Письменный, давай письменный. Давай, поедем. Давай, поедем в сельсовет, и там написано. Давайте, сельсовет, давайте, сельсовет. Что это, полигон у вас, что ли? Или Афганстан? Никого не... Давай, извините, поэтому письменный будет отвечать. Мы дружные люди. И письменный будет отвечать за это. Вот я человек. И пускай ваше государство ответит за это. Это провокация. Это провокация. А зачем стреляли? Зачем, скажи. Кто вам дал приказ, чтобы вы здесь занимались вашей стрельбой? Стреляли. Зачем? Почему стреляли? Ну, главный кто у вас? Там были, что ли? Секунду, вот старший у вас, да? Да. Да. Прошите, я с ним поговорю. И не надо. Хела, хела, ты хочешь заман? Хеле, а мне кис балем ксен харги. Харги, че, харо, де. Харги, а хочешь жаться, лаго, ты не чин. Я сижу, я без тебя. Баки, Андрей, буди на галин. Все будет сниматься на видео. Конечно, мы будем. Что? Кто дал приказ, чтобы стрелять здесь? Этого я вам говорить не буду. Как не будем? Не имеешь права, он представитель района, села. Я перед вами извиняюсь. Как? Давайте проедем в часть. А что это? Весело. Сейчас ты вызовешь своих командиров вот сюда, к селе. Тут будут они отвечать на... Зачем стреляли? Зачем стреляли? Я же сказал, давайте мы со старшим. Здесь я... Не надо, давайте с одним человеком. Я сейчас прокурору позвоню и... Стреляли. Как это? Пускай они занимаются на это дело. Учение было. Учение было. Где командир? Я командир. Представься, ты кто? Давай. По документам представься. Что здесь вы стреляли? У вас тоже есть семьи. У вас тоже секунду, есть секунду. Дай разрешение. Кто приказ дал? Почему у тебя? Ты не ставь сюда. Магазин сними. Разряжи автомат. И представься. Неважно, ты не имеешь права вообще с магазином ходить. Представься по званию. Ганге милиция. Патрон ко мне, это холостой. Я не холостой. Знаешь, что ты не холостой? Покажи. Покажи. По званию представься. Ты патрон. Звание. Звание, имя, отчество. Так, в команду. Звание, имя, отчество. Я не буду вам представлять. Вы не поедете отсюда, пока не приедете. Кто вы такой? Вооруженный, ты вооруженный в камуфляже. Никуда не поедете отсюда. Я твой таген, ченовский наезжает. Кто тут живет и как? Для вас только так. Я тоже снимаю на видео. И все это сейчас пойдет в прямой эфир. Я имею полное право, что ты какой-то боевик спустился откуда-то. Вы прекрасно откуда? Слушай, представься, ты кто такой, представься. Командир отделения. Да мне пофигу, представиться, пускай представится. Удостоверение. И приказ, что ты можешь стрелять в сельском местности. Кто приказ дал? Приказ. Можешь сказать? Да, имя, отчество, можешь сказать? Я тоже, гражданин Армении, имею право требовать четкие законы. Я понял. Я гражданин Армении, я честный гражданин, не так, как вы. Я тоже честный гражданин. Не вижу. Представься, ты кто такой?
Представься. Приказ, приказ, что... Представься, кто ты такой? Я тебя не знаю. Нету такого приказа. Приказ нет. Нету такого стреляли. Приказа, позови сюда командира просто вашего часа, пускай он ответит. Что ты такой? Вы неадекватный. В данный момент неадекватный. Позови сюда вашего командира, пускай он ответит за все. Что ты понял? Я тоже вас уважаю прекрасно. Причина. Не было такой команды. Здесь секунду. Нету командующих, ничего нету. Секунду. Не бои. Буду снимать. Имею право. Имею право. А я тоже спокойно разговариваю. Имею право, чтобы полномочия с моей... Скажи. Где командиры? Да. Я командир. Командир. Представься, командир. Представься. Капитан. Капитан, имя, отчество скажи. Имя, отчество. Нет, давайте не будем. Будем. Не будем. Будем, а то будет означать... Слушай, человек в камуфляже, да, имя, отчество. Имя, отчество. Где погоны, капитан? Секунду. Погоны где? Хорошо, ты устав даже не знаешь. Я устав прекрасно. Ты какой нахрен капитан, если ты уставы не знаешь? Где погоны? Представься. Не надо меня оскорблять. Я не оскорбляю пока. Я не оскорбляю. Пан Челек. Пан Геро, Баверо, Сакара Геро. Да, это Зергат Кадзимода. Ты осах, кюва, хабак, велесты. Ты опять замажешь ты. Это не ренестатик. Каплан, забирай всех в машину. Забирай. Никуда не поедете, пока не отвечите. Я не уезжаю, я здесь просто... Люди у вас активные. Цены паркера, цена инч бан. Хэмье, цанер банеров, те инч, инч эш карагелэ, но рармен иранцелю. Ну, человек как карагелэ. Какие патроны были, чего вы стреляли? С каких оружий стреляли? С каких оружий стреляли? Можешь отвечать? Сапаты разные. Сэм, стеклари пады разные. Кто-то был под кайфом и приказы давал, да? Или ты был под кайфом сделал такое? Никого не хотели видеть. Вы обидели целый район. Вы это понимаете, что это такое? Вы просто... Мы уважительно к вам относимся. Это не уважение. Я не вижу. Я не вижу тут уважения. Давай, давай это честно скажем. Я уже служу здесь с 11 года. Да, и прекрасно. Что ты противно видел? Товарищ майор. Да. Рашите обратиться, тут небольшая проблема у нас, точнее большая. Слишком большая, так можно точно сказать. Засаду провели на колонну, и местные жители возмущаются. Позови сюда командира вашего. А тут других маршрутов нет. Скажи, среди села устроили войну маленькую. Алло. Алло. А что взрывали-то? Взрывпакет. Чего? Взрывпакет. Какой? Какой взрывпакет? А кто тебе позволил взрывпакет-то взрывать? Сейчас. Ուտայել եք։ Այդ իրանք ուժեր կապոցը պրավո տարածե ունայն, ազատ հերուկ տարակցին ուրան։ Այս բանից անգեն եմ կագեպեն, իրանք մի բանքին եմ։ Վեկալ է գերագեն։ Ինչ կաբունից ու արոտնեց, ու արոտնեց։ Հաբայ չուշ մեկնով են։ Ինչ 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 Для этого у вас есть полигон. Пожалуйста, сколько хотите, там стреляйте. Что хотите, делайте. Я думал, какой-то террорист, азри. Люди вышли. Ас, Иранка. Да я уже сказал, все равно возмущаюсь. Алло. Имя, отчество, звание того, кто дал приказ. Ты что?
То че, кайнастия? Не, ну я сейчас еще попробую. Разбилятеньки. Попробую сейчас секунду. Так. Хайде, че. Позови, пускай отвечает. Я извиняюсь. Не, ваши извинения мы не принимаем. Никуда не уйдешь. На месте, конечно. Пока вопрос не решится, я никуда не уйду. Представься, как, это международное... как положено, представься. Как положено, представься. Международное... Нет, представься. Представься, это не пойдет. Смотри. Это никуда не пойдет, вот это. Не принимем. Мы не примем эти извинения. Услышит. Путин. И представься, по званию и имя отчество. Сказал же, Константин Викторович меня зовут. Давайте не будем фамилию. Я представился, имя отчество уже сказал. Надо. Записали я, его. Надо. Я надо. Фамилия тоже надо. Нет, фамилию я точно вам только не назову. Только не Сидоров, да? Зачем? Звание? Я звание уже упомянул свое. Капитан? Несколько раз. Что, думали, здесь никого не живет, да? Я думал, честно говоря, что... Нет, кто дал приказ? Аул, просто, да? Кто дал приказ? Можешь здесь просто объяснить? Цивилизованные люди живут. Я знаю, у вас я был приказ? Понимаю. У вас был приказ, чтобы вот на этом месте глубине. Нет, извини, пожалуйста, приказ. Извини, пожалуйста. У вас был приказ, что вы здесь занимаетесь вашей ничего. Учебкой? Просто они перепутали полигон место на не, не перепутали. Если, честно, давайте честно. Ты говоришь, с 11 лет, с 11, да, здесь ты служишь. Да. И ты очень хорошо знаешь, где у вас полигон, правильно? Конечно. Да. Очень хорошо знаешь, там возле села Садунц. Секундочку. Вот. Я еще раз приношу вас... извинения за принесенные или это, вопросы. Или это, или это как просто за кайф сделали? Это, но... Не, это... отвечай. Извини, пожалуйста, отвечай. Просто это или было за кайф просто сделано, или был приказ. Если да. Был приказ, скажи, кого, кто вам приказал. Нет, чей приказ, я вам не скажу, конечно. Ты конечно. Не имеешь права. Вот он сейчас да? Представляет все село. Нет. Сейчас КГБ приедет. Сейчас КГБ приедет, и ты миленький, как миленький ответишь за все вопросы. Пускай сейчас приедут. Нет. Нет? Нет. Сейчас приедет, КГБ приедет, и ты миленько ответишь за все вопросы. Что это? И будешь отвечать, и ваш начальник часть тоже будет отвечать вот за это беспредел. Дети спят дома. И я вот в соседнем селе живу, да? Все село выпрыгнули из домов. Что тут случилось? Война начался или что? Серьезно говоря? Мы знаем, где полигон, где село, понимаешь? Мы знаем, где. Мы да они тоже очень хорошо знают, где полигон. Знаем, что полигоны стреляли. А среди села это вообще беспредел, честное слово. Конечно, беспредел. Беспредел это, что хочу, то и делаю. Понимаешь, если мы ничего не предпринимем, завтра уже полигон. Какой за пределом? Вот, дамы. Если ты не говоришь, я... Завтра перепутайте бои. Да? Никто не перепутает. Мы вас рады. Все организовано. Но так наглеть, это некрасиво. Некрасиво. Ах, это руки, это не караке. Зелу завтра эти мало, блядь. Не так. Ну, сейчас приедет, не, никакие изменения мы не примем. Хотя бы отъехали. Просто не хотел отвечать, это за кайф или без приказ? Хотя бы не боевыми патронами, холостые. Показывал он, я уже снял. А там что взрывали? Там тоже взрывали? Взрывпакеты. Там. Обычный взрывпакет. Ну надо же. Тоже холостые. Все холостые, конечно. И дымовая шашка. Ну ладно, скажем холостые. Ну а люди для вас никто? Просто никто? Ну, просто думали днем, никого не потревожим. Все равно потревожите, как не потревожите. Просто уже сколько, 12 часов. Все равно, это все село, тут населенный пункт. Вы не имеете права возле населенного пункта сделать ваши учения. Он принял это, разберется. Сейчас КГБ приедет, и ты скажешь, кто как, что. Нет, вопросов нет. И позовешь своего командира тоже. Я просто думаю, что это не ты приказал, тебе тоже приказали. Да никто не приказал, просто они баловались и все. Но некрасиво. Мы не можем баловаться. Баловались. Они... 100%, если 8 лет служил ты.
Ты должен знать, хоть что... Хоть и холостые, все равно надо отвечать за все. Правильно? Конечно. Значит, был приказ. Значит, был приказ. Давайте не будем. Какой черт? Как не будем? Приказал. Что, я незаконно что-то сказал тут? Такого не бывает. А ты вот по закону не хочешь отвечать все. Правильно? Правильно? Я сказал все, что вам нужно знать про себя. Имя, отчество, войско, звание. Это ковчене, капсульный речен, гаваки гедлиц. А почему они сейчас гильзы собирают? Чтобы не отвечать? Нам их сдавать надо. Или чтобы не отвечать? Да, я да уже все, записали, сняли. Не, это все, чтобы не отвечали. Да нет. Не давали ответа. Но это значит, за кайф сделали, никто не приказал. На стрельбах всегда, на учения гиды собираются. Так ну, а, да, тоже. Это определенное мероприятие. Тем более, все все знают. Гильзекны кабаки. Военные собирают гильзы, вот. Так, сюда идем! Сюда идем, не надо там ходить. Это все пойдет в прямой эфир. Ты это че не стал? Никто не поедет, сейчас приедет, погибнет.